Друзья, всем здравствуйте. 23 января. Время 2 часа дня. Ну, если быть точнее, то без 22. Живописно красивое небо. Солнечное зарево. А я иду в магазин. Сегодня у нас тепло, минус 26 градусов. Тепло. Софьюшка еще не прилетела, задержали рейс. Софья сегодня должна была утром вылететь из Красноярска, но рейс задержали, и вылетела она в 12 часу. Поэтому сейчас где-то на подлете к Норильску. А я пока пошла в магазин, надо купить продуктов и готовить ужин. Вот почему вчера не была такая погода? Я вчера ездила по вашим заявкам, по адресам. Мы объездили улицу Лауреатов, Комсомольская. Но погода подвела. Конечно, вот в такую погоду, как сегодня, было бы приятней снимать, были бы интереснее и красивее съемки. Но вчера был ветер, было пасмурно и очень холодно. Ну что, поехали? Едем по улице Лауреатов, и первый наш адрес — Лауреатов 69А. Следующий адрес — Лауреатов 65. Следующее — Лауреатов 57. Затем адреса — Лауреатов 39 и Лауреатов 37.
второй подъезд, второй этаж. Павлова, 21. С левой стороны голубые здания – это больничный городок. Ну а дальше мы направляемся по адресу Кирова, 13. Продолжаем ехать по улице Кирова, и с левой стороны сейчас будет церковь всех скорбящих радость. А с правой стороны стадион Заполярник. Сейчас мы на повороте, на перекрестке повернем направо и будем стадион Заполярник объезжать с другой стороны. А с левой стороны, вот сейчас мы будем проезжать, одна из старейших гимназий Норильска, гимназия номер 4. Сейчас она, к сожалению, уже закрыта. Подъезжаем к площади Гвардейской и сделаем почетный круг вокруг памятника металлургам.
Подъезжаем к площади Октябрьской и сворачиваем на улицу Комсомольская. Впереди самая северная мечеть. Следующие наши адреса – это Комсомольская, 3, и затем Комсомольская, 17. Сейчас мы доехали до начала дома, развернулись и проедем полностью по двору Комсомольской, 3. Дом оказался длинным, поэтому мы проедем по всему двору. Выезжаем к дому спорта «Арктика» и к бассейну. Вот сейчас с левой стороны вот это голубое здание. Это бассейн, городской бассейн.
продолжаем ехать по улице Комсомольской на последнюю заявочку по адресу Комсомольская, 43А. С правой стороны мы сейчас будем проезжать, вот уже подъезжаем, так скажем, к новостройкам города Норильска. Эти дома были построены для молодых специалистов. Не помню, в каком году было строительство, но не так давно относительно других строений города.
Ну и сейчас мы опять возвращаемся к голубым зданиям больничного городка. И вот здесь как раз на углу, на повороте, вот оно появилось, это здание, здание бывшего роддома. Ну а напротив отремонтированные пятиэтажки с символикой деторождения. Покатались, проголодались и приехали пообедать в Black Star Burger. Открылось у нас новое заведение по адресу Павлова, 12. С магазина. Вот что я купила. И вышло у меня это на 3350 рублей. Ну, не пугайтесь сразу. Просто здесь у меня основное это форель. Считай, 2000 я отдала за форель. Так, а какая цена форели? Где у меня здесь? 1349 килограмм форели. И вот у меня пласт вышел на 1974. Так, взяла еще грудку индейки на салат. Сделаю сегодня салатик. 531 рубль килограмм. Грудка вышла на 132 рубля. Так, молоко минская марка. Ну, молоко я постоянно говорю. 126 рублей. Цену на молоко. Так, и напиток черноголовка. Взяла колу и мандарин. Ну, это типа фанты. Черноголовка 144 рубля. Ну, каждая по 144 рубля. Хлеб 51 рубль. И фрукты. Яблоки и мандарины у меня вышли. На фрукты чек отдельный. Вышли на 782 рубля. Мандарины по 360, яблоки 280, как они, голден, и галла 260, по-моему. Вот так сходила в магазин. Купила еще Мирончику сандали, зашла в Империал, а то у нас в садике сандалики износились. Вот купила вот такие вот сандали. Так, цена у них 2000. 2000 рублей. Сандалики в садик. Размер 28. Так, ну все, салат готов. К сожалению, получилось мало, потому что это вовсе была не грудка индейки, а часть бедра. Там было много жира, в общем, я половину выкинула, и, в общем, на выходе получилось мяса мало. Ну, соответственно, я и не стала другие ингредиенты в больших количествах готовить. Вот. Салат сытный. Я бы даже не назвала это салатом, это скорее полноценное блюдо. Так, ну что, рецепт блюда.
Я думаю, что, возможно, кто-то знает, кто-то такое уже готовил. Копчености, либо окорочок. Раньше я покупала копченый окорочок. Ну вот сейчас решила поэкспериментировать с индейкой, и зря я это сделала. В общем, копченый окорочок. Кстати, кто-то такой салат видел в интернете, готовил и с вареной говядиной. Можно и так. В общем, любое мясо. Ну, я готовлю с окорочком. Яичный блин. Здесь у меня два яичка. Ну, яичный блин, я думаю, не надо рассказывать, да, как его готовить. Взбиваешь яйца и выливаешь в сковородку. Потом переворачиваешь. Вот так получается блин и режешь соломкой. Так, и отдельно обжаренные морковка на терке, лук и грибочки. Ну, грибочки, кстати, я раньше не добавляла. Сейчас решила добавить, потому что у меня три гриба в холодильнике лежало, и надо их куда-то было пристроить, примоздрячить, и я решила их порезать в этот салатик. Вот, собственно, и все. Ну, вместо тертой морковки обжаренной, в принципе, можно использовать корейскую морковку. Я тоже так делала. Ну, это для любителей остренького. Вот. Сзади у меня, не обращайте внимания, это творческий кулинарный процесс. Делала салат, разделывала рыбку, вытащила фарш, размораживаю. Буду делать котлеты сегодня. Разделала половину, часть форели, вторую половину я положила в морозилку. Сейчас буду засаливать. Ужин готов, можно садиться за стол. Софья, кстати, приехала. Сергей тоже приехал с работы, забрал Мирончика. Будем ужинать. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!